Ну что, снимем видео о том, как мы убили свою пиросъемную машину? Останавливаюсь. Да? Нет, да? Что, дерутся? Ага. Не, ну ты посмотри. Саша, они не могут холст этот порвать? Кого? Порвать этот самый рекламный этот баннер, да. Что, они не ты посмотри. Ой. О, один схватил другого, слушай. Я сейчас тут по-другому попробую прям подержать. Теленок. Ты воду погорячее сделал? Я воду, да, сделал 67. Ну, как у меня тен нагрел максимум. Угу. Выключился, я сразу же ее запихнул сюда. Я вот думаю, может быть, попробовать за ноги ее, ноги не отрезать, за ноги придержать на весу, как бы немного, да, пиросъемки, ободрать основное, а уже что останется руками. Или не рисковать, чтобы не сжечь мотор на этой. Сашка, я думаю, что не стоит рисковать. Я, если честно, переживаю за нее. Прям ну, реально ей, ну, совсем сложно. Берите, садитесь и чистите. Хорошо. Или рискнуть разочек еще. Не знаю, смотри сам. Ладно, до первого затыка. Сейчас на кнопке постоишь, на шухере. Если мотор остановится, выключишь. А я попробую, может быть, ее придержать немного на весу. Или не придержать, а попробовать рукой подталкивать, чтобы она не застревала. Она ее прокручивает, но если она где-то что-то там попала, нога куда-нибудь в боковые пальцы, она останавливается. Машина. Ну, понимаешь, если ты держать будешь ее на весу за ноги, то смысл в том, что ни попа у нее, ничего да там понятно, особо не ощипится. Все равно. Хоть что-то ободрать, как говорится. Ну смотри, вот бак этот вмещает большую индейку, в принципе. 24 килограмма, да, почти? Да. Сколько держим по времени? Да фиг его знает, я так наобум. Ну, кстати, по таймингу видео можно будет видеть, да? С первой секунды, наверное. Как замокнули. Все, вытаскиваем. Угу. Ох ты, блин. Тяжело. Так, все. Все стандартно. Лена отдирает щетку, я выдираю перья из хвоста искры. Щетка, боже мой. Обалдеть, она сама по себе отваливается. Ну ладно, я же шучу. А ты нет, ну серьезно, потрогай ее, прям она очень жесткая. Но держится совершенно как-то, ну, несерьезно. То есть эту щетку можно использовать в каких-то целях? Ну как щетку, наверное. Что это такое, интересно? Это как... Эквивалент чего, не знаю. Рудимент какой-то. Не знаю. Нет, но для чего-то он ведь существует. Ну, наверное, для привлечения самок. В самцах-то всегда существует все для привлечения самок. Особенно щетка. Особенно щетка. Перо еще больше, да? Еще массивнее стало, толще. Ну, конечно. Ну что, в этой температуре легче, Саш? Да, вроде бы, не знаю. В этой ты имеешь в виду? Ну, погорячее. Погорячее, наверное.
Нет, наверное, лапу отрежу, я все-таки закину я ее. Сашка, я боюсь. Проверим краш-тест мотора китайского устроя. Будет обидно, если он сломается. У нас еще впереди пару-тройку дней забоя от бройлерного. Угу. Может быть, там защита какая-нибудь у них есть от перегрева, от перенапряга. Кто знает, кто знает. Мне кажется, ты очень халатно зря надеешься на то, что у них там есть какая-то защита. Она же сама не вырубилась, когда застряла предыдущая индейка там. Ну да. Но мы, надо отдать должное, среагировали быстро и выключили ее. Ну, кстати говоря, ремень не прокрутился, но не засвистел. То есть натяжка хорошая ремня. Чудесно. Могла быть и послабже, послабее. Так, ноги я выбрасываю, потому что мы их не варим, а их не едят, не клюют. Твердые. Очень жесткие. Ну что, попробуем? Блин. Мне не снимать? Сейчас я весы. Нет, снимай. Весы выключу. Не работает. Ну да, без электричества странно, что не работает. Щетки раскидал. Что, выключать? Чего ты хочешь сказать? Вот как лень щипать-то, представляете? Готовы машинку сломать, но не руками щипать. Ну мы и козлы. Лентяи. Тунеядцы, бездельники. Ну ничего, вот так вот ее придерживай, как бы на весу немного, да? Контролирую, чтобы ее нигде не зажало, не закусило. Еще как-то можно ее использовать для щипа вот такого монстра. А это сейчас мы быстренько руками. Тут только спина кусочек остался. Ну, здесь, да, немножко ножки. Смотри, что у нее на заднице за красный след. Вот они не сейчас подрались? Не знаю. Ну, а что он? Его так... Может быть, это я сейчас его, когда его это блокировал. А, коленом? Да. Саша, а может и так, вот серьезно. Ты что, такой силой его, что ли, придавил? Ну, ты думаешь, он что, это самый воробей, что ли? Он вырывается, ты знаешь, как хороший борец. Если в драку вступишь, друг, победит опять индюк. С руки и не нужно даже все главнее индюки. Это все вам скажут. Оглянись.
как ты вокруг, всех главнее здесь индюк. Но нам скажут, ну вы и варвары. Да. Ну, техника должна работать. Как я уже говорил. В описании скажи. Написано для индейки. Написано, да? Вот, значит, для индейки. Так, ну, нет. Наверное, для обычной, наверное, да, какой-то. Ну, скажи, вот поменьше была индюшка, индейка мужского это пола. Самая большая индейка. Да, индюк, когда вчера был поменьше. 24 килограмма. Нет, самый маленький какой был вчера? Самый маленький был. Живом весе 20. 20. Ну, как этот, кстати? Это 21? Нет, это 21. Ну, почти, да. Вот почти. Полегче было, который поменьше все-таки. Нет, который поменьше. Короче, до 20 килограмм нормально. Еще куда не шло. Больше 20 есть опасность, что что-нибудь случится с пиросъемкой. Ну вот, если ее в момент застревания рукой поправлять, то еще можно как бы ощипывать вот с помощью пиросъемки. А если ее так вот на произвольное, да, вращение оставить, то есть большая вероятность, что мотор остановится и, может быть, что-то там сгорит у него. То есть она не даст ему крутиться барабану, да? Ну да, застрянет, застопорит. Индейка застопорит. Застрянет в пальцах боковых. И мотор не сможет ее провернуть. И тогда есть вероятность, что что-то сгорит. Там, в самом двигателе, в электродвигателе, я имею в виду. Потому что ремень не проскальзывает. Обычно как бы делают защиту такую от дураков, что если момент крутящий не превышает возможности двигателя, то проскакивает просто ремень клиновидный, понимаешь, да? Угу. Но здесь он не проскакивает, здесь просто затыкается мотор, по звуку слышно, начинает гудеть. У нас было вчера один, наверное, раз, да? На самом большом, да. Да. Все? Все.